Привет, меня зовут Солнце, и вы смотрите мое небольшое видео-резюме. Так давайте же я расскажу вам, кто я такая и чем занимаюсь. У меня имеется опыт работы как журналиста, репортера, так и телеведущей. Несмотря на юный возраст, я уже успела поработать на радио, побывать одним из организаторов международного вокального фестиваля, а также поработать журналистом в одной творческой школе и популярном издании. Кроме того, в интернете я веду свой видеоблог, который смотрит уже больше 50 тысяч человек. Это количество постоянно растет, поэтому думаю, когда вы будете смотреть это видео, их будет уже намного больше. На канале вы найдете выпуски моей постоянной рубрики «Знаменитые подростки», а также репортажи о состоявшихся мероприятиях и интервью с артистами. Я самостоятельно пишу тексты к каждому выпуску, снимаю и монтирую. Мне бы хотелось вступить в ваш коллектив в качестве телеведущей, тем более у меня есть несколько идей, которые я планирую реализовать, и я надеюсь, что мне удастся внести что-то новое и интересное для зрителя. К сожалению, у меня нет возможности рассказать о своей деятельности более подробно в этом видео, но вы можете ознакомиться с ней через резюме. Спасибо вам большое за просмотр. Пока!